не плачь. Я говорю, не плачь, сейчас все будет хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у вас крокодил есть? Да, он сидит. О! Я же тебе говорил, что это жюри ничего не понимает. Ничего не понимает. Вон крокодил. О! Видишь, вот это крокодил. А ты не крокодил, ты красавица. Скажите, а дылды и шпалы у вас есть? Нет. Так, спокойно. Не плачь. Поехали на вокзал. Поехали, я тебе шпалу покажу. Поехали. Не реви. Не реви, говорю. Саш, лейтенант Добряков, ваши документы. Ну что, товарищ Клюкин, нарушаем. Двойная сплошная – это серьезное нарушение. Товарищ старший лейтенант, а? Не надо, меня же прав лишат. Лишат, конечно, лишат. Ну так что, товарищ Клюкин, протокол будем составлять или так договоримся? Лучше так. Сколько? 10 000. Старший лейтенант Клюкин, отдел внутренних расследований. Вымогательство и взятка при исполнении – это серьезно. Товарищ старший лейтенант, может, не надо? Меня же из органов турнут. Турнут? Конечно, турнут. Еще как турнут. Ну что, протокол будем оформлять или так? Договоримся. Кто сюда последний? Я? А, ну я за вами буду. Простите, а вы на пластику? Да. Я вот хочу пол поменять. Надоело мне все. Хочу мужиком быть. А. Простите, когда пол поменяете, грудь не выбрасывайте, пожалуйста. Хорошо. Ой. Ой. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Тихо. Это ограбление. Все деньги сюда быстро. Сколько у тебя? 15 000 рублей. 15 000 рублей сюда, быстро! 12 000. Ты что, не понял? Это ограбление. 15 000 рублей сюда, быстро! Это ты не понял. Это рынок. Тут торговаться надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 13 000. 10 000. Сбил. Как 10? Ты же говорил 12. Говорил. А сейчас говорю. 8. Раз, два. Как 8? Это же... Да это грабеж какой-то. Не. Это рынок. 7,5. Давай и сторгуемся. Сколько? 7,5. 7,5? Да стой ты сам своим 7,5 тысяч. А кого-нибудь другого найду. О. Получше. Ага. Ты вообще обалдел. 6,5 тысяч. Иди уже, не гони. Да сам ты не гони тоже. Опять. Раз. Два. Ой! Не так сильно! Вы что, с ума сошли? Вы мне сейчас всю кожу сотрете. Да, вот так. Вот так, только помедленней. Помедленней. Говорю, куда вы так торопитесь? Рабочий день, между прочим, еще только начался. Нет, не там. Выше, я говорю, выше надо массировать. Слушайте, вы что, глухой? Да, вот здесь вот. Только посильнее. А то я вашего массажа вообще не чувствую. Да, вот так. Да за что я деньги платила вообще? Слушайте, делайте как следует. Вот так. Уже лучше. Только не давите так сильно.
Слушайте, вы меня слышите или нет? Я говорю, не давите так сильно. Вы мне позвоночник сейчас сломаете, мужчина. Вообще, какой-то костолом. Вы же не слона, массируйте. Девка, здравствуйте. Здравствуйте. А можно 4 билета до Харькова? Ну, можно, конечно. Значит так, у вас 2 верхние в одном купе, потом 2... Нет, 1 верхняя в другом и 1 в третьем купе верхняя. Девушка, ну как-то совсем некрасиво. А нельзя ли в одном купе? Ой, я не могу. Все такие простые. Не могу, с вас, честное слово. Девушка, вы поймите, мы едем 4 мужчин. Все такие молодые, красивые. Сядем в одном купе. Достанем коньячку, достанем колбаски копченые, порежем, лимончик настругаем. Так хорошо поедем. Ну ладно. Значит так, вот 3 билета, но 4 будет занято. Кем? Мной. Я с вами поеду. Только не надо мне ничего. Все уже решено, и не говорите. 3000, пожалуйста, давайте, все уже решено. Все, я сказала. Прошу, ваше вино. Не понял. Это... что это такое? Как вы и просили. Букет Молдавии. Жок! Заведусь я. Хотя... Андрей Альбертович приедет. Ай. На утро-то не хватит. Абонент находится вне зоны действия сети. Оставьте свое сообщение или перезвоните позже. Часа через полтора. Согласен ли ты, Василий, взять в жены Анфису? Согласен. Согласна ли ты, Анфиса, выйти замуж за Василия? Согласна. Ну что ж, объявляю вас мужем и женой. Ну а теперь, когда моральные и этические нормы этого дела как-то утрясли, я предлагаю уже
начать вот спаривание. Мальчик мой. Девочка моя. О, господи, да где же он? Вот и я. Иришка, обещал прийти и пришел. И где тебя черти носили, паразит? Уже 5 часов утра. Как это? Где? Я за сыном ходил на выпускной. Да? И где сын? Ага. Вот. Я здесь. Лента здесь. А кто к Любке пошел? Мы перепутали. Все, подожди! Я скоро, сейчас. Ну что, скоро у вас там? Еще чуть-чуть, несколько штришков. Я уже опаздываю. А все, я закончу. О, ну, обои всем, обоим, обои. Ладно, знаете, нам завтра 2 рулончика еще нужно. Только вы не задерживайте, как сегодня, ладно? А то у нас работа стоит. Все, счастливо. Так, всем лежать! Так, я сказала всем лежать! Лежать, я сказала! Лежать! Так, ты и ты, я вижу, легли быстро! Легли быстро, или я за себя не отвечаю? Быстро! Уважаемая! Всем... Жучки убрал! И быстро в кровать! Марш! Галина Эдуардовна, вход в детский сад со двора! Че, опять? Да? Ой. Пошла! О, вот уже второй раз на этой неделе. Стареет. Нервы сдают. Без малого 25 лет в детском саду проработала. Ой, бедная. Работаем, Анют, работаем. Молодцы. Мужчина, что вы себе позволяете? Девушка, я вас уже 20 минут жду. Покажите мне, пожалуйста, вон тот волейбольный мяч. Мужчина, вас много, а я одна. Сейчас покажу.
Добрый вечер. Добрый вечер. Бинокль взять не желаете? Нет, спасибо. Пожалуйста. Угу. Спасибо. Сидеть! Ишь, плавать! Тихо. Серега! Чего? На, вот, я тебе еще одного клиента привел. А сюда, собственно, зачем пришли? Купаться! Блин, ну когда они уже вытрезвители отремонтируют? Тут мокро. Да. И телека нет. Плавать, я сказал! Купаться! Ну как, нравится? Да. Ну, мне кажется, что в талии чуть узковато. Что, давит? Ну, немного. Ну, это можно исправить. Вы проходите в примерочную. Спасибо. Ну, а сейчас как? Сейчас лучше. Уже не давит. Хорошо. Добрый день. Как себя чувствуете? Хорошо. Очень хорошо. Вот эта штука спасла вам жизнь. В него что, попала пуля? Нет. Вы возвращались домой, и у подъезда вас попросили закурить. Вы дали им эти сигареты, и всего 4 перелома. А так бы вообще убили. Андрюша, прекрати, я сказал. Ну, пап, я хочу устареть. Так, успокойся, иначе я тебя в магазин с собой больше никогда не возьму. Ох уж эти детки, да? Любую их прихоть надо исполнять, правильно говорю? И не говорите. Я хочу устареть. Прекрати, я сказал, успокойся. Ну, хочет ребенок пистолетик, ну что вы, ну. На тебе пистолетик, на. Слышь, тетка, гони бабки, чтоб ни звука, поняла? Ох уж эти детки, любую их прихоть приходится выполнять. Давайте. Так, свободно. Ну! Давай. Деточка. Это все? Вам очень идет. Касса там. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вам угодно? Вы знаете, у нас сегодня будет такая классная вечеринка. Да, и будет столько классных парней. Вот, и я должна быть на высоте. Вы знаете, мне нужен такой макияж. Сексапильный и страстный. Ну, но не слишком яркий. Очень чувственный. Короче, говорящий сам за себя. Короче, очень вечерний. Отлично. Я все понял. Прошу. Хорошо, спасибо. Думаете, это подойдет? Уверяю вас, это то, что нужно. Вы же сами просили. Макияж, говорящий сам за себя. Да. Ну ладно. Сколько с меня? Скажите, а поезд на Харьков уже ушел? Да, 5 минут назад. Вот ёшкин кот. Да вы не волнуйтесь так, через 2 часа будет следующий. Да нафиг мне следующий, мне этот поезд везти надо. А я, может, догоню? Такси. 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 Такси.
еще? Иосиф Виссарионович, буквально пару штрихов осталось. Не надо штрихов. Висите. Это... Что? Шарж. Что? Шарж. Юмористическое изображение с сохранением особенностей человека, а также... Вы считаете, что это смешно? Вот этот преувеличенный нос, это прическа... Это трубка телефона у меня во рту. Это смешно? Согласен. Не очень смешно. Кушайте. А что кушать? Шарс твой. Кушайте. Чтобы это никто не увидел. Иначе мне придется вас прострелять. Опять? Снова. И так будет до тех пор, пока вы не нарисуете мне нормальный шарж. Иосиф Виссарионович, может, я лучше ваш портрет нарисую? Товарищ художник, портретов у меня много. О! Шаржа? Нет. Значит, после обеда будем снова рисовать шарж. Понял?